Друзья, всем привет, с вами Санёк. В общем, заказал человек мост задний там с разницей, со смещением точнее, да, редуктора под одну сторону, там на 6 сантиметров. Вот. Чулок две полуоси, редуктор сказал брать не буду. В общем, смотрите, друзья, редуктор здесь 21.02 9 к 40. Редуктор продается, он просто охренительный, судя по тому, как работали зубы, работают они всей площадью, люфты те, что нужно. Я даже уверен, что он даже выть не будет. На самоделку жалко, а вот на автомобиль в самый раз. Редуктор в единственном экземпляре у меня на Авито, они как бы есть. Вот у меня он будет стоить 9000 рублей. Кому надо, звоним, пишем, забираем. Долго он ждать не будет. Вот у меня на тракторе стоит редуктор двоечный, но он чуть подушательнее, конечно, чем этот. Этот вообще просто охеренный. Судя вот даже по сателлитам, вот по вот этим, ни люфточка, ничего. Ну, понятное дело, что это все где-то без масла, но тем не менее, вообще все четко. Зубы все целые, ни сколов, ничего нет. Звоним, пишем, забираем.